Кириллыч, да. Поведи сегодня протокол. У нас Александр Михайлович ведет. Шур, давай ты. Ну почему я? Я каждый раз пишу. Ну вот. Здравствуйте. Здравствуйте, Шурочка. А если я тебя попрошу? Ну ладно. Но только ради вас, Павел Емельянович. Я Потапов. Подождать? Этот? Товарищ Потапов, вам во сколько было велено явиться? Так ровно 3. Одна минута, черт. Знаете, Потапов, я 8 лет работаю на производстве и ни разу никуда ни на одну минуточку не опоздала. Вам понятно? Он исправится, Александр. Вот-вот. Вот-вот. Обратите внимание, Павел Емельянович, это у нас всюду. Потом удивляемся, почему дисциплина хромает. Как это так? На заседание партийного комитета человек идет. Садитесь, товарищ Потапов. Садитесь.